Наш курорт занимает второе место в рейтинге. На первом – Сочи. Стоит отметить, что отдых в Анапе является более доступным. Например, за неделю отдыха в Олимпийской столице туристам придется заплатить порядка 25-28 тысяч рублей, в то время как неделя в Анапе обойдется всего в 20-22 тысячи. Кроме того, все больше россиян выбирают наш курорт для семейного отдыха. Таким образом, Анапа ежегодно подтверждает статус детской здравницы России.